Ребята, всем доброе утро. Смотрите, мне вчера Илюша на работу заказала такие пионы. Они просто обалденные, красивые и пахнут просто нереально. Мы уже встали, позавтракали, у нас время вон сколько. И я уже поставила за пеканочку. Запотела. Поменьше сделать огонек. И я хочу их все-таки, наверное, вытащить из этого целлофана и обрезать немножко. Вот я их вытащила из целлофана. Не знаю, мне кажется, им так будет получше. Красивые. Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня начинается целок с Илюшей. У нас сегодня суббота. А, какое число сегодня? 31 июля. 31. Илюша готовит себе завтрак. Субботний, он так обычно готовит по выходным. Яичница, лук. Ой, яйца, лук и бекон он еще будет кушать, но отдельно, да? Лук, не в яичнице. Да, бекон сегодня не жарю. Угу. Лучок, короче, обжариваем сначала. Угу. Солим. Немножечко сахарим. И перчик. Угу. Лучок должен быть мягенький, сладенький, вкусненький. Угу. Иначе все это будет ерунда у вас. Потом вот так вот, хоп. Хоп. И наслаждаемся, очень вкусно. Это ну, я люблю лучок. Сырок. Ну, сырок я сейчас сюда наможу. Бутерброд. Ну, и я сейчас буду что-то себе готовить отдельно. Ребята, Нинуля готовится к поездке в Икею. Я уже готов. Оделся. Носки оранжевые, штаны синие, а кофта бордовая такая. Побрился, умылся. Готов тоже ехать. Все, мы собрались. Сегодня поедем в Икею. Смотрите, какая у Иришки прическа. Всем привет. Она сделала завивку. Дарин? Да. Ну как тебе? Мне нравится. Как ощущение? Ощущение бодрое. Да? Ощущение бодрости. Вот она в таком топике в моем. Ой, топик. Ну прикольно. А мусор тут топик. Мама? А у мамы яйцо. А у меня яичко. Это называется Star Mix Haribo. Только сели в машину. Ну, я даже не выехали еще. Я уже проголодалась. Слабый перекус. Слабый. Угу. Для слабаков. Сладенького. Смотри, сколько машин выезжает с академии. Сладенького захотелось. Правильно. Погода хорошая, да? Всем привет! От меня тебе. Едем. Мы уже зашли в Икею, и первым делом увидели вешалки, и нам они очень нужны. Я возьму, наверное, две штуки, потому что мне не хватало. Иришка тоже возьмет. И мама. И мама. Удобный, да? Но он больше подойдет. Вот я бы тоже хотела к нам. Вот вместо того черного какой-то белый стул. Давай возьмем такой. Ну давай еще посмотрим, может где-то будет еще больше. Я хочу какой-то цветочек. Цветочек? Зеленый. Красивый. Новые свечки. Мы так давно не были. А, с манго. Илюш, новая свеча с манго. Да. Да. А это что? Вот такое кресло. А это для... Присматриваем такой шкафчик для книг. Нужно сфоткать на складе, чтобы посмотреть. А тут есть разные цвета, лишь черный, белый глянец, просто белый и беленый дуб.
А это что за 5? Почему? А там потому что белый глянец. Такой белый обычный 3000 стоит. Все, Иринка с Илюшей выбрали себе уже кресло. С пледиком, да, лишь с книжечкой, с какао. Супер. Иришка будет грустить на кресле. Иринка, не нуля. Что-то читает, что-то выбирает. Интересные штучки. Людей уже много, конечно. Ну, потерялся человек. Все хорошо, все хорошо. Я его отбью. Мы с Иришкой. Мишки. Вот такой мягкий. Хороший. Кстати, есть медведь, который мы. Да. А он где? Тусовки. Он нас пробовал. Я подхожу, он уже едет. Ну все, сейчас часок походили, можно уже дойти перекусить. Зашли в Икею, в ресторан. Мы тут были только один раз. 6 лет назад. Да, давно были. В Люберцах, да, в этом? Все, мы уже взяли обед. Фрикадельки, картошка фри и горошек. У нас у троих одинаково, а у Илюши рулька с горошком. Здоровая, блин, нормально. Большая ты хоть ешь, дашь попробовать? Конечно. Вот мы тут сидим. Дашь попробовать? Ага. Всем приятного аппетита, кто кушает. Ну, прикольные фрикадельки в таком соусе сливочном. Мы просто ни разу не пробовали. Очень неплохо. Я тоже не помню. Может, и фрикадельки были? Илюша выбирает картину. Заметил. Мы ходим по Икее еще. Ну что, Илюш? Мне хочется такую красивую картину. Что это повесить? Ну, давай купим. А где повесить, найдем. Я уже знаю, куда повесим, кстати. Где? А, я поняла. Блин, там у нас столько цветы. Нравится. А вот я, ребята. Всем привет. Я, ребята. Ну, Иринка, уйди, блин. Ты уйди. Ну-ка. Вообще, ну, не вкусно. Мама, пока. Папа, ну что, нормально мы взяли пепанины с своими какими-то коробками огромными, все забирали. Ну, мы сейчас посмотрим. Все, мы едем обратно, вышли из Икеи, находили, еще встали. Иришка вон удрыхлась. Ну, покажем дома, что купили. Обзор из Икеи. Облака красивые. Да, вот шикарные. Да, шарты. Не шикарные, а шарты. Я люблю прохладнее. Попрохладнее, так сказать. Вот сюда. Еле поместились девчонки. Ну вот, да. Приятно. Иришка с цветком. Тигрица наша, львица. Ребята, мы приехали домой. Илюшины родители были же на Дону, в Михайловке. Привезли нам арбуз, дыню. Вот так мы разгружаемся. Приехали. Тут мед, тут... Вот это я не знаю, Илюш, что такое. Варенье какое-то. Варенье какое-то. А у меня, гляньте, что. Это? Чебрец. Чебрец. Я так подозреваю, это прям с Дона мне привезли вот такие.
Вкусняшка, да? Да, будем заваривать чай. Тут яйца. Яйца, да. И масло. И кабачки. Большие. Кабачок дай покажу какой. Смотрите, кабачок. Класс. Ребята, порезали арбуз, не нулем. Это только четвертинка арбуза. Огромный. Так, ребята, рассказываю, что купили. Декор. Такая баночка стеклянная. Такой полотенчик. Баночка. И у нее вот так. Оп, красиво. Ну, ой, это полностью убирала Люша. Это новый плед. Это будет вместо вот этого. Тоже застелим, покажем, как будет выглядеть. Да. Вот, но его надо простернуть. Взбивалка для молока. Это капучинатор. Капучинатор. Какая-то прикольная жужжалка. Туда как раз. Да. Это, ну, я выбрал себе новую подушку. Моя что-то вся уже смялась сильно. Это сидушка для стула. Но у нас был такой черный стул, старенький. А у нас теперь будет такой новый, беленький. Тоже распакуем, покажем. Так, вот такие штуки. Это такие коробочки для хранения, серенькие. Вот у нас под цвет практически все идет сегодня. Серенькое. Это будет вон там. У нас лежит такой стеллаж. И мы хотим туда книги свои поставить, чтобы было красиво. Ну, и книги, и там такие будут такие вот еще коробочки. Ну да, там какая-нибудь мелочь может храниться. Вот. Это вешалочки, как всегда, нам нужны. Ну и получается, что все. Да. Осталось только собрать стеллаж, поставить его и распаковать стул. Погнали! Вот, Илюша уже разложил стул. Собрал стул. Тут его быстро. И такую подушечку мы купили для стула. Ну, он такой обычный, простенький, но мы хотели белый, потому что вот у нас тут был черный. Штаны и повесил. Вот этот черный, короче, он. Куда ты их спрятал? Вот. И ну черный, короче, нам уже не нравился. И вот такой теперь у нас красивенький белый. Ну да. Вот. Шикарно. Я буду сидеть краситься. Ну, теперь мы точно не будем на него закидывать одежду. Да, он такой клевенький. Да. Хороший. Классно. Он такой, это, твердый, стоит так хорошо. Его можно сложить? Покажи. А вместе с подушкой можно сложить? Наверное, не особо. Ну, можно. И вот поставь куда-нибудь сюда или туда. Пожалуйста. Ну, нормально, отличный Илюша. Супер покупка. Вот. Илюша будет на удаленке работать некоторые дни. И поэтому будет сидеть за компьютером, за ноутбуком. Будет ему удобно. Ну, да. Блин, такой воздух хороший, из окошка прохладненький. Да. Так, ну давай, Люш, начинай. Уже не. Давай, я буду тебя снимать. Блин, ну. Так, немножечко разложил, достал детали. Инструкция у меня тут есть. Вот. Начинаем потихонечку разбираться и собирать. Так, проверяем. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Готово. Следующий шаг. Илюша собирает. Да, Илюш? Да. Ну, тут у Икеи очень хорошая инструкция. Тут да, все пошагово идет, поэтому тут ну, легко собирать. Да, Илюш? Да. Вот уголочек уже прикрутили. Ставили такие штучки деревянные. Так, теперь. Я бы их чуть подзабил, надо взять молоточек. Ребята, у Илюши очень быстро подвигается дело. Полчаса прошло, наверное. 10 минут. 10 минут.
Ладно, а вот тут у нас как раз лежат книжки. Вон. Да, и там за ними еще. Это все наши с Илюшиной книжки. И я Илюше всегда дарю вот такие вот красивые книги. Вот. В толстой обложке. Поэтому он всегда хотел, чтобы была коллекция, поэтому мы сейчас будем их расставлять. Красиво. Будет, надеюсь. Ну что, ребята, Илюша собрал. Будет протирать сейчас. Хочу чуть-чуть быть. Сейчас будем думать, куда ставить. Это лежало на полу. Ну вот так мы поставили сюда его. Вот, либо в тот угол. Давай я так сниму отсюда подальше. Давай. Не нуля. Внимание. Вот. Тут большая такая поверхность, можно еще сверху вообще, чтобы понаставить красоту какую-то. Не... Ну вот поставим твою вазу. Вазу мою поставим, ну-ка. Ну все, шикарно, Нин. Класс. Отлично. Ну все, да нет, на самом деле мне тут нравится хорошо. Сейчас еще книжки. Нинуля ушла, но она выдвинула прикольную идею. Если сюда купить кресло, а сюда маленький торшер, здесь можно устроить такой читальный уголок и здесь читать книги. Мне кажется, вообще супер. Мы проверили как бы по росту, мы отлично проходим сюда. Так что место отличное. Сюда его можно правее еще сдвинуть. Оп-оп-оп. И будет вообще место полно. Класс. Ну вот второй вариант. Если он будет стоять вот здесь. Ну вот так заходишь, и тут у нас все, стеллаж, и комоды, и стол. Ну, беспорядок. Ну, композиция моя красива. Да, Илюш, красиво. Ну вот мы сюда даже немножко уже поставили книг наших. Очень красиво. Ой, Динка даже нас посетила, ничего себе. Вот это гости. Ну все, я в понедельник все куплю, которые там есть. Всем. Все игрушки. Я хочу себе черную утку или маленькую птичку. Ребята, я спустилась вниз. И сейчас буду жарить... Это цукини. Вот такой. Кабачок. Вот этот вот второй. Вот такой обычный кабачок. И третий баклажан. Баклажан тоже сейчас покажу. Вот такой. Обычно вот будем пожарить три вида вот этих вот кабачков, баклажанов, цукини. И попробовать, что мне больше нравится. Выяснить. Ну и просто мне захотелось кабачки. А мама вчера купила вот три вида на выбор. Сейчас буду жарить. Вот, получилось три вида. Вот. Прикольно. Будем пробовать. Смотрите, снимаю на ширик, чтобы вам все было видно. Короче, мы вот так поставили. Решили все-таки оставить пока так. Ну, пока приблизительно будет так. Это картина, которую мама подарила. Это мы сегодня купили, которую вот этот вот Илюшина ваза с цветочком. А, книги поставили сюда. Мы поставили игрушки, короче, которые у нас есть. Но это пока что. Мне нравится вот эта вот фигурка. Я купила Илюше из фильма «Космический джем». Сейчас продается коллекция в Макдональдс. И мне нравится. Я хочу здесь оборудовать как бы баскетбольную такую коллекцию. Баскетбольная полка. А этих все игрушки убрать. Тут вот так вот, тут такие книги, тут вот так, тут вот такие две коробочки. Это пока пустая, ничего нету, здесь такие книги. А здесь, короче, лежат альбомы. Фотоальбом наш с Илюшей вот этот. Это новый, тут еще пока нет фотографий. И книга. Вот. Вот так вот. Это комод. Ну, так и был. Ну, короче, у нас комод стал вообще просто пустой. Тут духи, которые мне Илюша подарил, и вот эта штука, которую нам Иришка подарила.
Кстати, я вам сразу покажу в этом видео то, что под мне, то, что она мама подарила на годовщину, вот эту картину. Ну, вот эти вот картиночки, это нужно отлепить и сделать фотографии. Я еще ничего не делала, вот. Ну, ее нужно повесить, она не будет так стоять. Ну, и вот альбом, который я открыла вам. Вот. Такой фотоальбом, красивый, свадебный, чтобы мы распечатали фотографии и сюда поставили. Вот. Сюда можно путешествия поставить, самые счастливые моменты, ну, всякие разные, короче. Классно, мне очень понравился. И наклеечки там еще в конце. Вот. Ну, такой красивый еще альбом будет, представляете, со свадебными фотографиями. Тоже захотел посмотреть, взял и посмотрел. Вот. Так, эти духи мне Илюша подарил на защиту моего диплома, то, что я защитилась. И я вам еще обещала показать, вот, что он мне еще подарил. Кстати, я сразу вам все показываю. Так, комод не изменился, стол, вот такой стул вообще идеально вписывается с этой подушечкой, мне очень нравится, супер просто. Так, открываю то, что мне Илюша, вот такое колечко. Оно очень блестит, такое красивое вообще, просто обалденное. Супер. Ой, куда-то не туда подкрываю его. Ну и, конечно же, Сваровски. У меня тут, вот, смотрите, коробочки Сваровски. Вон сколько. Так. А это нам вот привезли из Пятигорска Илюшина тетя с ее мужем. Очень красиво. И у меня есть тоже сова, но из Железноводска. И они вот одной серии. Прикольно. Но с Пятигорска у меня не было. Очень такие миленькие. Символично к нашей годовщине. Так раз. Две совушки. Очень прикольные. Вот. Ну, вот такие дела. Вот так вот у нас. И наш подносик мы пока поставили сюда. Вот. Ну, вот так. Может быть, что-то поменяем. Все у нас в белом стиле. Плед постирали, поэтому завтра постелим новый плед. И тогда завтра уже снимем более подробные со всеми штуками. Да. Ну, так вот. Ребята, мы вышли с Лёшей прогуляться, вынесли мусор и остановились посмотреть на деревья. На лес. Выразительно, да, Илюш? Да, красивый свет падает. Да. Двадцать 13. Еще светло. Вообще светлый. Да. Да, обожаю выходные за то, что можно просто выйти вечером и погулять. Остались силы на прогулку, да? Да, что ты можешь заняться тем, что тебе нравится. Блин, как же это классно. Не всегда это получается. Ребята, всем спокойной ночи. Нинуля пошла купаться. Завершаем наш влог сегодня. Вот. Всем удачи и до нового влога. Пока.